Коллектив Центральной лаборатории Ярославского шинного завода проводит большую работу по улучшению качества продукции и увеличению пробега автомобильных и тракторных шин. Образцы резины, из которой делаются широко известные ярославские шины, должны пройти долгий путь по заводской лаборатории. Здесь, в секторе физико-механических испытаний, на уникальном стенде, резина испытывается на изгиб. Кроме того, она должна пройти испытания на разрыв, на износ, и сколько еще всевозможных испытаний ждет ее, пока в лабораторных условиях. Потом резина попадает к химикам, в аналитическую лабораторию. Здесь ее подвергают тщательному химическому анализу для определения ее качества. И если резина все испытания выдержит, путь ей в производство открыт.